Зарплаты бюджетников вырастут в 2019 году. Они будут проиндексированы с 1 октября на 4,3%. Об этом заявил министр труда Максим Топилин. По словам чиновника, чтобы сохранить соотношение средней зарплаты с окладом учителей, врачей, научных и социальных работников, регионам выделят дополнительные 100 миллионов рублей. Также министр заявил, что не может назвать конкретный размер и сроки повышения зарплаты. Все зависит от ситуации в конкретном регионе. В свою очередь он добавил, что в этом году правительство ожидает более медленный рост реальной зарплаты россиян по сравнению с прошлым.